На заднице восточные сладости айболита. Так, сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года. Сегодня день рождения у Александра Гордона. Ему исполняется 53 года. И что? Поздравляю, дядь Сашу. Дядь Сашу? Да, Гордон. К нему. А? К дяде Саше. Как раз твой отец. Второй. А, из Барановской еще встречусь. Мамка твоя. Барановская? Да, блин. Она почти моего возраста. Да, конечно. Ну, ей 36 вообще-то. Ну, 63 года. Вот это мамка твоя. Какая разница. Ну, то есть, да, Барановской 36, ну, может быть, даже 31. Потому что по одному источнику 31... Ну, то есть в интернете, как написано. А так вообще она говорит, что ей 36. Ну, говорит... Скорее всего, не знаю, точно. Так. Так. Сегодня был Сан Саныч. Записал видео. А потом Змей Горыныч будет. Да, записал видео, ночь. Лекцию. Александра Софина был 19 ноября. Да, был. И упал. Так, слушай, там в парке же может быть масленица, нет? Да какую масленицу, я тебя умоляю. Вот сейчас какая масленица может быть? Ну, она же сегодня началась. И что? Вообще-то да, масленица она обычно будет в субботу, там, может, воскресенье. А вообще, то, что Оля говорила, что сегодня вроде в парк на масленицу идет, но мне писала. Ну и где? Ну и нету и... Вот и нету. Значит, 25-го. Значит, 25-го. Просто... Вот так. Так что никакой масленицы сегодня нету. Масленица 25-го. Вот и раз. Тройки. И 26-го, по-моему, еще будет. Тройки в тройке. А в тройке будет 25-го. А в шестерке 27-го. А 27-го это уже не масленица. Масленица это уже... Не, масленица 26-м заканчивается. Да. 26-го будет прощенное воскресенье. Вот именно. Там, кстати, монашка в обществе говорила, что вроде прощенное воскресенье будет 19-го числа, то есть вчера. Но она ошиблась, потому что прощенное 26-го в следующее. Я в интернете набирал. 26-го? Да. Потом, дело в том, что... Ну, вернее как, монашка, скорее всего, знала, что 26-го, но просто оговорилась. Она сказала, что в это воскресенье, ну, то есть 19-го, а надо было сказать, что в следующее воскресенье. Это, блин, тоже телефоном балуется. Поэтому прощенное 26 числа будет. Шайтан. Очкастый. Да. Не, я не шайтан. Ага, шайтан. Который на Доме 2, такой же, Лёша. А. На Доме 2? Ты что, Дом 2 смотришь? Да. Между прочим, нравится. А, там это Бузова, Арбузова. Кабузова. Она ведущая там вроде, ну, как. Они, да, все там ведущие. И Бородина, наверное. И Собчак. А, Кадони тоже ведущий? Да. А, ну я просто давно не смотрю ее. Так, этот Тузик. Херню. А это Шарик. Я не Шарик, я Шарик Валерьевич. Шарик Валерьевич. А я Тузик Валерьевич. Один пахан наплодил... А, слушай, знаешь, кого я вчера видел? Не знаю. Нину Турецкую. И что? Где она? А она ж на Пятом переулке живет. И что? Ну вот я на Пятый переулок вчера ходил, мне там женщина попросила купить кое-что. Ну я пошел на Пятый переулок пешком через
ипподром вот через хлебо, вот как туда, да? Ну, через станцию электричек напрямую до депо, а потом налево и вот так. И пошел, да. Ну, в общем, и иду там, значит, к вершине подхожу, которая на пятом переулке, она еще работает. И что? И смотрю, Нина Турецкая идет, выходит с вершины. Я потому что, я помню, ты говорил, что она живет на пятом переулке вроде. И я так, я-то знаю, как она выглядит. Смотрю, она выходит еще так на меня, смотрит. Так, в такое выражение лица, как будто не может понять. Я не я. То есть, ну, может быть, сразу узнала меня. Я ее узнал. Что так, сопоставил, что думаю, это она. Но я ей ничего не сказал. Сделал вид, что как будто не узнал. Турецкая? Ага. Нина Туркменская. Туркменская. Не турецкая, туркменская. А. Из Туркмении она родом. А. Нина грузинская. Нет, туркменская. Так, пойдем сюда. Идем, идем. О, лужи. Ну, лужи, они в Африке лужи, ё-моё. Так. Ага. Так. О, ёпарасоте. Стоит. Стоят пять кобелей на одну. Так. Тюх-тюх-тюх. Так, будет масленица ягодица, блин. Дедушка с бабушкой. Дедушка с бабушкой рядышком. Вместе поют эту песню. Жрут эту песню. Давай. Я сниму на фоне этих дедов. Да, давай. Бабушка рядышком с дедушкой вместе поют эту песню. Вот это бабушка твоя, а это дедушка твой. А это внук. Очкастый, блин. А это кто? А это... правнучка. Вот это. Это золотая рыбка вообще. Ну да, правнучка. Нет, не правнучка. Это дед поймал рыбу и сюда поставил на постамент. А. Рыба. О, Машук. Да Машук хрен с ним. Сейчас ты на мой щелкнешь. Вот, ну, рядом. Тебя? А, рядом с этой девушкой. Давай. Не, на мой, говорю. Ну, я понял, давай. Что давай?